первый этап борьбы. Наоборот, я 40 лет ждал, 40 лет готовился, получил возможность и сделал рывок вперед сильный. 93 год нам дал рывок война. Мы партия войны. Нам выгоднее выступить, когда в стране страшная ситуация. В ней виновны две силы, а мы третья. Тогда к нам обращают внимание. 95 год уже понижение, потому что успокоилась страна. 96 год, четвертый раз. Люди устали голосовать за нас. Вы должны понять. Четвертый раз за одного и того же голосовать. Чему хочется, новенькое что-то. Поэтому четвертый раз подряд. За 5 лет, практически в среднем каждый год, голосовать за одну и ту же фамилию, а дальше тупик. Ну, сейчас перерыв 3 года. Сейчас все затихнет. Коммунисты расползутся, демократы разбегутся. Если вы приезжаете в вашу область на 4 округа, имейте в виду, было выделено 60 миллионов в руки. А нашелся идиот, который вообще и тратить не может еще. Это уже совсем грубо. Ладно, когда воруют, у него немножко есть голова, работает. Он хоть ворует. Но когда просто идиот, что он не может, деньги привезли, он ничего не знает, что делать. Неделю. Деньги вернули обратно. И охрана иногда тоже. Прессу разгоняют. Прессу разгонять не надо. Надо помогать прессу. Надо подводить ее. Они 108 расширивают. Полетели камеры, фотографии. Заработала охрана. Вы от террористов сохраняете. Нашли ближнего. Легче всего, так сказать, пихают, толкают. Показывают. Охрана заработала. Это не работа охраны. Пресса. Эта пресс-служба должна беречь прессу и работать с охраной, чтобы моя охрана не с прессой работала, а с возможными, так сказать, террористами. Или человек потягивает руку автограф, ему раз по руке, как хорошо. Человек с дружбой к нам, с любовью, а мы его по руке. Суд не могут держать. Стою и 5 раз делаю замечание. 10 аппаратчиков сзади, а я перед 1000 людей делаю замечание мальчику, как держать зонт. Суд не умеет держать, но мозги обшиблены. Он встал и зонт держит. Над ним тень, а мое лицо там не видит, я же впереди стою. Он не понимает, что солнце падает на мое лицо. Затылок тень. Но мне не затылок жалко, а лицо. Такие вроде примитивные вещи нас же мне мешают в работе. Поэтому за мной надо следить, помогать, подсказывать тоже.